Гарантирую тебе, отдохнуть она в Одессе не даст. Ты слишком предвзято к нему относишься. Привет, папуля. Привет, дочур. Товарищ начальник особого сектора ЦК, семья Казариных для отбытия на заслуженный отдых явилась без опозданий. Дежурный по семье Казариных, майор Казарин. Между прочим, к пустой голове руку не прикладывают. Ладно, пока я буду у Жукова, надеюсь, местные товарищи то его расценят. Марш в машину, живо. А Танюшка, ты панамку-то взяла? Взяла? Нет. О, а я взял. Ведь никто о ней не позаботится, кроме отца. Кошмар какой. Не переживай, не обеднее. Спасибо. Будь счастлив. Но мне крови, что на этом перроне грязи. Таким, как я, счастье не положено. Думаешь, пожалею? И будь осторожна. Хорошо. Помни, что я тебе говорила. У них только одно номер. Поняла? Поняла. Вон, наш вагон. Проходим, не толпимся. Добрый день. Граждане, пассажиры. Здрасте. Здрасте. Ну, так. Ну куда? Куда ты смотришь? Третье купе, проходим. Сейчас сядешь в купе. Проходи, дорогой. Чемодан под голову и не высовывайся, поняла? Проводницу я предупрежу. Здрасте. Здрасте. Не горюй. Если не пришла, значит, на то была особая причина. Когда приедешь в Одессу, тебя на вокзале встретит... Ой, таким, как ты, по первому гудку летят. Я знаю. На привоз смотри, одна не ходи. Мало ли что. Поняла. И на мужиков смотри, не заглядывайся. Про деньги помнишь, что я тебе говорила? Помню. Вот. Какие у нас красивые девушки в вагоне едут. Ну, далеко путь, дорожку держим. А, это у нас кто? Мама? Эх, мама. Не волнуйтесь, довезем. Шаланды полные кефали. В Одессу. Ну, слава тебе, Господи! А я думал, попадется какая-нибудь бабуся, и терпи ее до города Одессы. Решить представиться. Гвардии майор Нефедов, Валерий Николаевич. Владлен Кольцов. Значит, Влад. Так. Вот так вот. По 50 боевых. Для знакомства. Мм,
Уравняем позиции. Ха, да, весело поедем. Ну куда с баулом? Ты... Господи, ты, боже мой, я... Ты только билет не пихайся! Билет, билет! Да! Купи. В общем, надо ездить. Ага. Барахлом таким. Смотри, билет разуй. Билет разуй. Украл, поди, билет-то. Ладиба. Не ложились. Может, еще по одной? М? Сейчас сделаем, Влад. Сейчас сделаем. Начальник. Разреши просочиться. Начальник. Ну, просочись, просочись. Но грабли на стол и не вякать. Негоже обижать офицеров. Сталин накажет. Молчи, шкура. Деньги давай. Сдается мне, что такому фраеру, как ты, деньги не нужны. Вы не скажете, сколько еще до Одессы? Чего же не сказать? Скажу. Часа полтора. Чайку. Чайку? Неплохо бы. Только попозже. Прошу. Через полтора часа. Ну что, деревня, чай пить будем? Вставай, давай, одесь через полтора часа. Туалет закрой. Начальнику особого сектора ЦК Шапилину. Копия командующему Одесским военным округом Жукову. Как стало известно из достоверных источников, в город Одессу направляется особо опасный преступник по кличке Бухгалтер. В Москве за ним и его бандой числится несколько вооруженных ограблений сберкасс. Во всех случаях имеются убитые. Бухгалтер отлично владеет приемами рукопашного боя. По неподтвержденным данным, бухгалтер является сотрудником МГБ и использует работу в органах как прикрытие своей бандитской деятельности. Скорее всего, его появление в Одессе в момент проведения операции по уничтожению бандитского отребья не случайно. Есть сведения, что фамилия бухгалтера числится в пропавшей картотеке оккупационной румынской полиции, которая в результате операции может попасть в руки советских следственных органов. В преступном мире Москвы ходят слухи, что бухгалтер служил в разведуправлении одной из армий. Фотографии и отпечатками пальцев бухгалтера МГБ не располагает. Особые приметы. На плече татуировка в виде звезды с буквами СГС.
Рекомендую провести проверку всего личного состава. Считаю необходимым привлечь к нейтрализации бухгалтера, находящегося в Одессе на отдыхе помощника коменданта Кремля по особым поручениям, майора Казарина. Министр госбезопасности СССР Абакумов. Чего падаешь-то? Не докажешь ничего. Не докажешь, понял? А я ничего доказывать и не собираюсь. Пойдем, разговор есть. Давай, давай. Плохо, товарищ. Очень плохо идет подготовка к операции. Вся информация не систематизирована. Сплошное какое-то прожектерство и неразберих, товарищ полковник. Чего, например, только стоит история с пропавшей картотекой румынской оккупационной полиции. По нашим сведениям, в нее занесен каждый криминальный элемент, который хотя бы раз попадал в поле зрения этой полиции. Это же до сих пор действующие агенты, товарищи. Это же кладезь информации, товарищ полковник. И где эта картотека? Разрешите, товарищ полковник. Картотекой занимаюсь я. Так. И кое-что удалось сделать. Есть кое-какие соображения по этому вопросу? Вот именно. Кое-какие, кое-как, кое-где. Пошло какое-то кайкокерство получается. Как ваша фамилия? Капитан Кледенко. Доложите после собрания. Садитесь. Есть. Тома, ты эту фифу видела? Я тебя умоляю. Нет, ты слышишь, как пахнет этот одеколон? Конечно. Я шо, глухая? Галя? Слушай, семечек. Я не Галя. Вы ошиблись. Так скажи, как зовут? Где живешь? В Кремле. Заходите на огонек. Кремль? Кремль — это что за поселок? А что, вы не знаете нашего поселка? Не понял. Поймешь, поздно будет. А? Понимал, котлетит. А? Понял. Извините. Лёш, ну сколько можно, а? Сколько нужно? Я хочу на пляж. А чего я могу? Петр Савич сказал поприсутствовать. Я поприсутствовал. Лёш. Ну что, я виноват, что не Федор Фалерка развел тягомотину на целый час. Ну, а я на пляж хочу. О, идея. Предлагают компенсировать потерянное время походом в кино. Выбирай. Вспомнить все, 20:00.
Без вины виноватые, 18:00. Девушка с характером 22:00. Девушка с характером на 22:00. Это мы что, там с тобой целоваться, что ли, будем? Какой кошмар. А это посмотрим на твое поведение. Разрешите. Девушка, я ищу выход. Прямо? Да нет, вы не поняли. Я ищу выход из сложившейся ситуации. Я очень хочу с вами познакомиться, но не знаю как. Тебя как зовут, парень? Николай. Можно просто Коля. Сегодня не твой день, Коля. Не проходите мимо бездомного калеки. Война отняла все. Первое ранение под Сталинградом, ногу под Ленинградом. Подайте копейку, не проходите мимо. Подайте гривны. Подайте в ресторан. Не проходите мимо. Дай этому артисту денег, а то у меня сердце сейчас разорвется. Подайте. Мне положено. Не положено? Как это не положено? А кормить кто его будет? Может быть, вы, гражданин хороший? Позвольте. Значит так, граждане мирно отдыхающие, слушайте меня быстро сюда. Деньги, часы и прочее золото кладите вон ту сумку. Еще. Я все вижу. Я ж тебе сказала, не твой день. Две строчки запомнить не можешь, где что потерял, а? Товарищ генерал, личный состав. Здравия желаю.
Вестер. Вольно. Красиво. Мадонна, водяж. Отсел. Большой палатки остальные. Зиночка, ну... Зиночка, я вас умоляю, легче. Легче, ну... Господи, боже мой. Ну что же вы ходите, как цирковая лошадь? Бедрами. Ну, не до такой же степени. Знаете, над таким ходом будут краснеть даже портовые шалавы. Да ну вас! Ну, Кир, попробуйте хоть вы. Кирочка, вы просто умничка. Я ставлю вам отлично. Семен Самойлович Клоузман с 20-х годов ведет кружок бальных танцев. Что? Во Дворце пионеров. А, специалист. Катя, вы одели чулки ровно наоборот. И от этого ваши замечательные ножки бастуют. Шовчик хочет быть сзади, а не сбоку. Семен Самойлович, во-первых, я таких чулок сроду не носила. А во-вторых, боюсь эту красоту пистолетом попортить. Края у магазина острые, зацепку может оставить. Да. Ой, мама, интересно. Извините. Разрешите? Да, входите. Итак, идея полнокровной войсковой операции в нашем городе в течение 3 дней принадлежит товарищу Жукову. Борьба с бандитизмом – наш с вами святой долг. Но на этот раз операции будут руководить военные. Так ведь вояки все запорят. Конечно. А с нас потом спрос. Тихо. Мы сами справимся. Тихо. Хорош базар разводить. Не на привозе. Тем более, что директива уже получена. Товарищ Кольцов, доложите коллективу мнение начальства по этому поводу. Вот товарищ Кольцов, Владлен. Как по отчеству? Викторович. Викторович. Владлен Викторович. Лично командирован товарищем Жуком для контроля за операцией. Расскажите товарищам, что, где, когда. Ну, я думаю, что карту Одессы вы знаете лучше меня. Главным условием предстоящей операции является внезапность. Основной удар будет сосредоточен по бандитской верхушке, где, по моим оперативным данным, ключевую роль играет некий виртуоз. Его-то и надо обезвредить в первую очередь. Ага. Пойди возьми, дядь Мишу, зарубь за 20. Виртуоз чист перед законом, как Папа Римский перед Господом Богом. Его бери, а завтра выпускай, и все снова здорово.
Никто никого брать не собирается. Врага надо уничтожать. И если придется, со всем его вражеским отродьем. Так что виртуоз должен быть уничтожен в его же логове, как оказавший сопротивление. А если не окажет? Обязательно окажет. И мы это обеспечим. А когда начнется штурм, куда денется семья? Я, кажется, ясно выразился. Это приказ командующего. Вопросы есть? Если вопросов больше нет, детали обсудим после. А как насчет бухгалтера? После операции достанем и бухгалтера. Это все? Это все. Все свободны. Есть. Что с телом делать? Цепь к ногам и за борт. Что, прям тут? Нет, мусорам под нос подвезем. Не по понятиям как-то. Все же Дегтярь большой человек был. Мы его на корм кефали. Что это? Да чё ты дергаешься? Тоже рыбы плещется. Жрачку добрую чует. Рыбу говоришь? Пойди посмотри. Пойди, сказала. Дегтяренко где? А ты откуда знаешь? А мне по должности положено. Где? По должности? Да пошел ты. Я не посмотрю, что ты подстилка Миши-виртуоза. Где? У Миши. Не успел. Вот что, Лида. Давай-ка подобьем нашу с тобой бухгалтерию. Сделаешь так, как я скажу, будешь жить долго и счастливо вместе со своим Мишей. Если же нет, вычеркну я тебя к чертовой матери из нашей счастливой ведомости. Для начала принесешь мне картотеку Дегтяренко. Я даю тебе 2 дня. Не дай бог. Виртуоз узнает. Ося!
сколько можно? Мамочка, дорогая. Я кому сказала? А ну марш на берег. Мамочка, дорогая, я еще не пописал. Что? Здесь же люди. Как тебе не стыдно? Ну-ка быстро из воды. Лев Аронович, извиняюсь за беспокойство. Как всегда, нужен квалифицированный совет. Но мадам Кац дарует мне свой гарнитур. Брать или не брать? Ореховый, дубовый. Дубовый? Ни в коем случае. Лёва, я так и думал. Так, Казарин, я, конечно, не ревнивая, но курортных романов я не потерплю. Слышишь, заруби себе это на обгорелом своем носу. Погоди. Ты куда? Казарин. Познакомься, моя жена Татьяна. А это мой друг Влад Кольцов. Мы вместе с ним в Качу учились. Кольцов. Очень приятно. Долго это будет продолжаться? Я кого спрашиваю, Костя? Это он, Костя, а я Боря. Какая мне разница? Вы все тут на одно лицо. Я сейчас постового позову. Кость, тебе это надо? Ну и мне не надо. Сделаем ей хорошо, нам еще лучше. А она? Ну что она? Кому до нее сделала, пока в Одессе светло. Слушай, Королев, мы тут немножко потеряемся, а часиком к себе найдемся. Как будто не терялись. Как будто и не терялись. Ну, я пойду. Угу. Часиком к семи, вот тутушки. Угу. Угу. Королева. Подбородочек повыше, вот так, хорошо. Но в 42-м вернулся в Москву. Ни дома, ни семьи, никого. Ну, а чем вы сейчас занимаетесь? Сейчас, Танечка, я пью вино. Ну, вообще так. По финансовой части. Может, еще одну возьмем? Танечка, вы не против? Нет, я не против. Девушка. Но вы знаете, я за мужа боюсь, он у меня, когда выпьет, очень буйно становится. Принесите нам еще. Хорошо, обязательно. Видал? Стоило один раз перебрать норму, так теперь всю жизнь пилить будет. Да. Надеюсь, у тебя все по-другому. Ты че, еще не женился, что ли? Леш. Да вот как-то не случилось. Старик, эти все не те попадались. Возможно. Только где же их найти-то, тех? Вот. Может, ты поможешь? Помогу. Две папиросы, можете не наблюдать? Очаровашка, сколько уже ему? Уже 4 годика. Да вот. Леш. Здрасте. 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 Можно я у вас украду эту девушку? Ты его знаешь? Первый раз вижу. Ничего страшного. Честь имею, Алексей Казарин. Слушайте, юноша, а вы знаете, что это за девушка? Конечно. Самая прекрасная девушка Одессы и Одесской области. Вы хорошо подумали? А что тут думать-то? Я сейчас с таким человеком познакомлю. Я сейчас. Вот, забыла. Ну, что я говорил? Вот дает. Знакомьтесь, это моя жена Татьяна. Очень приятно. А вот это Владилен Кольцов. Здрасте. Здрасте. А меня зовут Майя. Присаживайтесь, Майя. Спасибо. Ну вот, еще одна девушка с характером.
Смирно! Вольно, вольно. Занимайтесь. Занимайтесь. Карасева? Так точно, товарищ генерал. Карасева. Так точно, товарищ генерал. Да. А скажи-ка мне, Карасева, вот, допустим, у тебя кончились патроны, а бандит продолжает наседать. Знамо дело. Что значит знамо дело, Карасева? Не дави. Есть. Ну так, смотря откуда наседает. Ну, знамо дело спереди. Ну так, коленкой туда. Ну куда тогда? Ниже дышло. Надо такой придумать. Ты откуда родом-то? С Урал. А звать-то как? Таня. Да, девчонки, дело-то ведь серьезное. Очень серьезное. Ну, будь его посвободнее, что ли, прослабленнее. Ну, нельзя, чтобы бандит определил вас в боевого офицера. Надо, чтобы он вас принял за профурсетку, что ли, на отдыхе. Отстань. Кого? Профурсетку, ясно? Ясно. Товарищ генерал-лейтенант. Ну, если ясно, Карасева, тогда занимайтесь своим делом. Сэрс. Агу. Спасибо. Пожалуйста. Ну что ж, нам пора. Куда? Давайте еще где-нибудь посидим. У нас дела. А, понятно. Вечерком позвони. Мы в Лондонской остановились. 202 номер. 202. Угу. До счастливо. Он хороший. А я вас знаю. Я вас тоже. Нет, я вас давно знаю. Вы у моей сестры в гостях на Бронной. Еще перед самой войной были. Так вы... Вы москвичка? Нет, я всего на 2 дня приезжала. А так уже учусь 4 года в Москве. Вот. Может, завтра встретимся? Да. Это его граната, я попробую. Сюрприз тебе готовлю. Ко дню рождения. Ша. Ты это на привозе продавцу семечек расскажи. Быть может, он поверит. Конфетку хочешь? Что случилось, девочка?
Ты что-то в последнее время сама не своя. А ведь мы с тобой всегда жили в любви и полном понимании. Да где же она, твоя любовь-то? Молодая была, любила, а сейчас нос воротишь. Думаешь, не вижу? А я когда-нибудь обещал тебе больше того, что дал? Миш, мне 35 лет. А что у меня есть в этой жизни? Я семью хочу. Нормально. Ты же знаешь, я в законе, мне не положено иметь семью. Брехня. Все твои дружки женаты. И плевать они хотели. И ты первый, не ты последний. Да не бледнее ты. Шучу. Грязь в паспорте разводить тебе дороже. Знаешь что? Ты мне только одно скажи. Любишь меня, как прежде? Одно слово скажи, да, нет? В том-то и дело, что да. Тогда давай все бросим к чертовой матери. И уедем отсюда. И заживем. Черт его знает. По-честно. А ты сможешь? По-честному. Кстати, что тебя заботило в той гарнитуре? Сиди спокойно, головой своей не крути. Что, испугалась, что ли? Я свою отпугалась. Может, ты из-за Мишину жизни боишься? Если ты думаешь, что я сюда от страха пришла, ошибаешься. Мне Мишу спасать надо. Будь она проклята, это ваша картотека. Так где она? Картотека. Нет ее. Пока. Только давай договоримся. Я тебе картотеку, а ты Мишу не трогаешь. Ладно, договорились. Но тогда сделаешь для меня еще одно очень важное дело, Лида. Слушай меня внимательно. Сегодня вечером берешь своих орлов, едешь в гостиницу «Лондонская» и там, из 202 номера, вызовешь Татьяну Казарину. Затем ответишь. Шторм будет. Чего вы взяли? Знаю. На 3 дня. На 3 дня? Да. Да я здесь родилась. Вон там мой дом, видите? Красиво. Да. А это моя скала.
каком смысле? Пойдемте, покажу. Майя, подождите, осторожнее. Послушай, Миша, говорят, бухгалтер должен в Одессе объявиться. Уже ждем. Угу. Люди шепчут, что ты картотеку Дегтяренко прихватил, нет? Миша, я никогда не лез в твои дела. Но люди говорят, люди? Что... Люди? Или ты? Ну, я. Зачем тебе это надо? Лёва, ты мой старый друг, но лучше тебе держаться от этого дела подальше. А тебе? Может, и мне. Да не могу я. Фамилия моя в этой картотеке была, понятно? Помнишь, в 43-м Майку в полицию забрали? Я тогда чуть с ума не сошел. Готов был себе смертный приговор подписать, не то что. Дегтяренко, сволочь, умел работать. Никто вас просил со скалы прыгать. А вы, случайно, не в цирке работаете? В цирке. Случайно, не клоуном? Нет, не клоуном. Бухгалтером. Бухгалтером? Но в цирке. Но вы же понимаете, все в цирке не так, как у нормальных людей. Вот приходится иногда выдавать зарплату тиграм. Тиграм? Тиграм, львам, слонам. Это неправда. Я вас вообще больше ничего спрашивать не буду. Ну вот и погуляли. Искупались. Ой. Прости, позволил себе лишнее. Да нет, ничего. Тихо. Так странно. Счастье всегда тихое. А у тебя много было такого счастья? Ты небось за «Динамо» болеешь? Держи пас. Я футболом не интересуюсь. Вот это вот виртуоз. Кстати, песни пишет хорошие. А вот это племянница. Майки зовут. Хорошая чертовка. Он ни души не чает. Здрасте.
Да? Да. Что ты говоришь? И как ты уговорила? Да? Если вы хотите меня убить, у вас, увы, не получится. Меня уже убили. Да дайте же монету, наконец. Не видите, человек погибает. Юноша, чтобы я вас видела на одной ноге, а вы меня одним глазом. Лондонская, 202. Алло. Алло, Леха. Это я, Влад. Влад, привет. Лешенька, поможешь мне с пин-кодом, я, кажется, сгорела. Танюш, подожди минутку. Беда у меня. Что случилось? Здорово. Ну чё? Пойдем, пройдемся. Казарин! Ты куда собрался? Тань, да мы это, пивка с Владом на прощание попить. Ну ты чего, с ума сошел? Ну через 3 часа поезд. Танюш, я туда и обратно. Леш! Сам. Чего? У тебя поезд через полчаса. Да иди ты. Вытащил меня из дома, заставил жене врать, а теперь отговаривает. Ну, смотри. Алло. Да, это я. С кем я говорю? Хорошо, да. Да. Угу. Так. Окно Майки на втором этаже. Если через 15 минут не вернусь, давай. Уходи, понял? Ага. Я пошел. Высоко, да? Ага.
Это вы мне звонили? Да. Ваш отец просил вас к нему доставить. Отец? А вы вообще кто? Садись в машину, дешевка. Отпустите меня! Ах ты! Влад? А ты что здесь делаешь? Нам надо идти. Куда? Надо. Значит так, слушай меня внимательно. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Что? Здравствуй, Мишенька. Где была? Да так. Дела. Выпить хочешь? Угу. Thank you.
Нашли? Никак нет. Но вещи все на месте. Да не волнуйтесь вы так. Ну, дело молодое, ну, загуляли где-то. Что ты городишь, любезный? Загуляли. Сейчас я тебя загуляю промеж глаз. Спокойней, капитан, спокойней. Извините, товарищ генерал. Вот именно. Вы не шумите. Тут дело вот в чем. Дорабравна, зайдите в помещение. Дорабравна, вы в курсе 202 номера? Конечно. Вот и изложите товарищам ситуацию. Так я же вам уже говорила. Мужчина к ним нонче зашел. Слушайте, такой видный, что наш пароход. Как выглядел пароход? Слегка нервический. Так. Все время ногой бряцал об пол. Ну? Пока сидел. Ну? Ну, потом на улицу потопал. Так. Ну, а дальше постоялец этот, как бишь его фамилия? Казарин. Казарин. Ну что, пока Казарин этот, за ним не выбег. Ну, дальше, дальше что? А что дальше? Дальше сбегли они. Что значит сбегли? Пошли куда? Налево, направо? Направо, налево. Я знаю, куда. Все? Нет, не все. Самое главное. Часа через пол – звонок. Угу. Девчина якась звонит. Зараз срочно соедините меня с их номером. Но вы соединили. Соединила. Дальше? Что дальше? Это Казарина, жиличка егоная. Ну? Минут через 15 по лестнице поскакала и за дверь. Молча, вы понимаете? Теперь все? Теперь все. Все. Понятно, что ни хрена не понятно. Угу. А вот этот мог видеть? Милейший, ты чего видел? Да, в общем-то, ничего. Девушка ушла в сторону Дюка. Ладно, двигаем угром. Майор, есть. Пошли. Даю тебе полчаса, понял? Ну и что теперь делать? А я знаю. Танька меня убьет. Ты кто? Добрый вечер. Тяжелый папа. Гляди, какого налима поймали. Где вы это взяли? В саду. И что он там делал? Неужели следил? Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, зачем так? Надо было накормить. Так не кормили ж. Обыщи его. С минуты на минуту сюда явятся солдаты. Они не оставят от этого дома камня на камне. Значит, у тебя с самого начала была задача влезть в наш дом и убить дядю Мишу. И для этого ты решил втереться в доверие к его племяннице. Вот так спецоперация. Со вчерашнего дня у меня никого на свете нет ближе тебя. Значит, ты пришел, чтобы увести меня, когда будут убивать дядю твои же люди. Проявил, так сказать, благородство. Тебе надо жить. А дядя? А ему уже ничем не поможешь. Это мы еще посмотрим. Тогда убьют и меня. Зачем ты вообще появился в нашем доме? Уходи.
Это не налейм. Это акула к нам заплыла. Принимай гостей. Виртуоз. А ты кто такой будешь? Жених. Чей? Мой. А еще бухгалтер. Бухгалтером я работаю. Дебет с кредитом свожу. Картотеку веду. Заждались мы вас. Заждались. А этот товарищ не с тобой случайно? Мой грех. Самой Москвой меня пасет. Надоел до смерти. Так что времени у нас с тобой мало. А мне еще жениться. Надо успеть. Пойдем, потолкуем. Втроем. Пошли. Уберите его и не пачкайте стенку, пока не скажу. Все тихо. Ага. Готов? Пошли. Тихо, 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 бабушки, тихо. Кольцо в доме? Да, тихо. Михаил Михайлович. О, вот моя. Между прочим, по имени-отчеству меня называют только начальник Одесского уголовного розыска. Полковник Черемной. Так что давайте на чистоту, юноша. Вы не кошка, а я не мышка. Хотите на чистоту, давайте. Сейчас сюда ворвется милиция. Ой, милиция? Я не боюсь милиции. Милиция в мой дом всегда заходила с парадного входа. Это вы, юноша, пришли с крыши. А так у нас не принято. Значит, вы чужой. И очень мне от этого грустно. Конфетку не хотите? И еще. Очень мне не понравилась та маленькая красненькая книжечка у того юноши. Из этого делаю вывод, что местные власти тут уже ни при чем. Я прав? Отойди от окна. Касается вас, есть приказ вообще не оставлять вас в живых. Да бросьте, юноша. Бросьте. Я знаю нашу милицию. Она не отличается благородством, но законы советского общежития блюдет неукоснительно. Явка с повинной есть... Никакой явки с повинной не будет. Вас просто убьют солдаты. И ее заодно. Солдат. Поверь ему. Ну, допустим, поверю. И что дальше?
А дальше вы отдаете мне картотеку и уходите отсюда на все четыре стороны. Картотеку? А с чего это вы решили, что она у меня? Уверен. Эта картотека – гарантия безопасности моей и Маиной. Я должен как-то оправдать свое появление в этом доме. А гарантия вашей безопасности – вот тот кремлевский хлопчик. А точнее, его жизнь. Берите его и уходите. Все-таки я не понимаю. Ты на самом деле-то кто? Бухгалтер? Или все-таки мусор? А? Жених. Жених. Ну, лады. Только ради нее учти. Ничего, маленькие погромы только. Дай-ка мне твою пушечку. Ага. И развяжи ему руки. Готовьтесь к погружению. Вперед. Выходы перекрыты. А здесь нас никто не найдет. Скоро рассвет. А там посмотрим. Стоять! Брось пушку. Брось пушку. Уведи этих. Может, сразу кончим? Да нет, мне еще с бухгалтером надо потолковать. А ну пошли! Руки за голову! Живо, живо! Это к московской барышне?
Ну что, Миш, бросил? Ты о чем? Отдай пистолет. А я думал, ты первый готово? Готово. Укрытие. Вперед. Готов? Давай. Лида, уходим. Уходим! Сиди. Ну что, вижу, начали? Начали. Молодцы. Боец, провода поменял? Так точно. Давай рви этот. Давай. Это что? У нас приказ один оставить. Лейтенант, здесь приказ отдаю я. Рви давай. Смотри. Не взрывайте! Да вы что, болваны? Под трибунал захотели? Со мной! Черт! Стойте, я прошу вас! Ты откуда здесь? Быстрее, там спина опалилась! Чего, быстрее! Чего, подожди, чего быстрее? Там Лешка! Где? Нет! Там завалено все через дом! Так, ты дорогу знаешь? Да. Так, пойдем. Тихо. Да аккуратней! Быстрее! Тихо, Лида. Не надо. Не дури. Давай еще поживем. Здесь я решаю, кому жить, а кому нет. Нет. Лида! И ее тоже убьешь? Бухгалтер.
Забирай. Светенька. Зачтешь? Зачту. Казарин? Ключ там. Зачту, блядь. Леша! Тихо! Тихо ты! Тихо! Зачем? А у меня приказ. Живых не брать. Этих арестовать. Что? Арестовать, я сказал, или нет? Леша. Товарищ, пошли. Что? Ждите меня, Леша! На выход, на выход. Ждите меня! Здрасте, Петр Савич. Кури. Бросил. Понимаешь, что тебя могут расстрелять? В общем так, на меня не рассчитывай. Я помочь не смогу. Надеюсь, ты-то это понимаешь? Я не рассчитываю. Ну, это молодец. Молодец. Да.
Ты про Таньку следователям не трепи особо. Ну, короче, если буду спрашивать, говори, давно собирались разводиться и точка. Чего? А того. Ей-то зачем жизнь портить? У нее все еще впереди. Шли бы вы отсюда, товарищ генерал. По делам. Ладно. Ты не раскисай. Тут у нас много таких ходит. Привыкнешь. Девушку с характером. А это ты? Заходи. Твое. Мое. Зачем пришла-то? Мне Илюшку спасать надо. А мне, думаешь, не надо? Или ты тоже думаешь, что я тварь бессердечная? А что ты такое говоришь? Это потому что так и есть. Лада за меня жизнь рисковала, я. Боже мой, может быть, я сошла с ума, но я слишком хорошо знаю своего мужа. Что-то тут не так. В общем, рассказывай. Ты что тебе рассказывать? Все. Все, как было вчера, с самого начала. Товарищ майор, разрешите ваши документы? Похож? Всего вам доброго. Хороший у вас город, майор. Только беспокойный. Здравия желаю, ваши документы. Ну вот и все. Разве что про картотеку забыла тебе сказать. Но это ерунда. Что за картотека?
Откуда она у тебя? Снизу из катакомб. Я про дядин тайник с детства знаю. А что это такое? Ну, да посмотри. Чудесно. Откуда у тебя это? А какая разница? Ты удивлен? Удивлен. А сейчас ты будешь удивлен еще больше. Согласие сотрудничать с органами правопорядка Великой Германии в поимке коммунистов, комиссаров и жидов. Ну, и... Ты на фамилию посмотри. Что фамилия? Ну, не Федор Валерий никак. Лаевич. Теперь ты позвонишь туда. Куда у вас в таких случаях принято звонить? И чтобы через 5 минут мой муж, целый и невредимый, а главное, умытый и накормленный, стоял здесь. Значит, говоришь, по финансовой части? Да не мог я. Да и не надо было. Догадливый. Правильно сделал. Одесса — удивительный город. Где заканчивается дядь Миша и виртуоз, где начинается милиция, никому не известно. Что означает эта татуировка? СГС. Смерть Гитлеру от Сталина. Это мы еще на фронте в разведотряде после 10-й ходки накалывали. Пижонили. А зачем накалывали? Чтоб не попадаться. Я, кстати, слышал, что в других разведках у нас тоже последователи нашлись. Дурной пример, заразителен. Держи ты Злата на меня. Здравствуй. Но не могу я тебя в Харьков отпустить. Леша, это я позвонила маме. Эту падаль наши парни без тебя возьмут. Давай, устраивай свои дела и в Москву ко мне. Мне такие ребята вот так нужны. Правда, Алексей? Угу. Ну, держи. Бухгалтер.
И нам пора. Здрасте. Здрасте. Леша, я так понимаю, пляжный роман можно считать законченным? Леша, подожди. Настоящие разведчики исчезают быстро и незаметно, да? Хорошо, что меня Таня предупредила. Я вообще-то никуда не собирался. Пока, самая красивая девушка Одессы. До свидания. Чемодан! Чемодан! Дядь Лёвик, привет! Хорошо. Прости меня. Не успел. Опоздал. Холера мне в бок. Не переживай, капитан. Генерал на тебя не в обиде. Велел кланяться. Проскалиться. Ты знаешь, что ни Федор в Харьков не прибыл. То есть? То есть? А Нефёдов — это кто? Погоди, а поезд проверили? Проверили. Он вообще в поезд не садился. Не знаю, может, я глупость скажу, но я видела вашего офицера, который с нами в катакомбах был. Он сегодня около катера, возле нашей скалы, часа два назад околачивался. Поехали. Поехали. Thank you.
хозяева. Сейчас, подожди. Заходи, посидим. Значит, говоришь, счастье тебе не положено. Адрес не потеряй, философ. Оправдаешь ли ты за слова, что шептались когда-то, пробуждая мечту под покровом ночной темноты? Краток сон в мире грез, и надежды ушли без возврата. Их теперь отвергаю без слез. Оправдаешь ли ты? Оправдаешь ли ты, что опять столько раз разуверясь, я однажды тебе возвращу полевые цветы? Ведь и ты через год, через два, ни на что не надеясь, станешь чуждым, как те, что ушли. Оправдаешь ли ты, ведь и ты через год, через два, ни на что не надеясь, станешь чуждым, как те, что ушли. Оправдаешь.